Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Volkswagen Multivan в T6 кузове установили головное устройство на базе Android от компании Gunbox. Модель H-Line, диагональ экрана 10,2 дюйма. Стоит штатное место автомобиля через специальную рамку, которая идет в комплекте. По проводке все подключается разъем. Все выглядит очень аккуратно. Проводка также идет в комплекте с магнитолой. Адаптировали со всеми штатными функциями автомобиля. При переключении габаритов автоматически регулируется яркость. Включается подсветка сенсорных клавиш. Ее цвет выставили такую же, как везде в автомобиле. Но можно выставить абсолютно любой цвет. Яркость дисплея также можно регулировать вручную. Кнопки на руле все работают. То есть это громкость, переключение треков и выключение звука. На магнитоле идет отображение об открытых дверях. Во вкладке «Автомобиль» выводится информация по автомобилю. Все показывается корректно. Оригинальную камеру заднего вида также подключили. Она включается автоматически при включении задней передачи. Сюда выводится информация по парктроникам, как по передним, так и по задним. И также в любом положении информация по парктроникам высвечивается на дисплее магнитолы. В бардачок вводятся дополнительные USB-порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы можете, раздав голос своего мобильного устройства, а в USB-порты подключить флешки, жесткие диски с музыкой, с фильмами и прочим мультимедиа. Также дополнительно установили видеорегистратор. Он управляется с экрана магнитолы через специальное приложение. Здесь мы видим изображение с видеорегистратора. Можно просмотреть все записанные материалы и также все настройки, доступные с экрана магнитолы. Также здесь есть система ADAS. Также информация по температуре внешне отображается на экране магнитолы. Здесь она все синхронизируется. У магнитолы большой мультимедийный функционал. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самые популярные здесь уже доступны. Например, YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. Срез частот, регулировка басов, задержка по всем колонкам, регулировка баланса и, соответственно, сам эквалайзер. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Есть возможность подключить Android Auto либо CarPlay как проводной, так и беспроводным путем. И также множество других полезных мультимедийных функций. В автомобиле здесь уже был установлен монитор для задних пассажиров. Его также подключили, задублировали изображение с магнитолы. И также на данных магнитолах есть возможность разделять зоны. Что это значит? Мы можем включить, например, YouTube на мониторе для задних пассажиров, а на основном экране магнитолы включить Яндекс.Навигатор для водителя. И также любое приложение, которое воспроизводит видео, также можно подключать и вводить на монитор для задних пассажиров. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих предназначений для вашего автомобиля. На данный автомобиль есть различные варианты мультимедиа с разными диагоналями и характеристиками. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!